Работы на строительстве 11-й школы полностью встали. Два месяца назад на встрече с журналистами на объекте заместитель главы города Леонид Бородулин заявил, здание готово на 85%. С тех пор ничего не изменилось. Все те же 85. Причин для задержки несколько. Сначала изменилась ситуация на рынке стройматериалов. Затем открылись сложности с проектом. По словам Леонида Бородулина, потребовалось время, чтобы привести проектную документацию в соответствии с требованиями. К сожалению, да, нам досталась документация вообще в состоянии, по которому просто невозможно строить. И по ходу вносились необходимые изменения. Конечно, нас очень сильно подвела, значит, организация как архитектура-мастерская. То есть они подготовили очень плохой проект. Причем они его делали из готового уже существующего и сделали, в общем, ненадлежащим образом. В итоге, когда удалось решить проблему с документами, сложности возникли уже у подрядчика. Компания ТСК занимается строительством сразу трех городских объектов – 11-й школы, Центра культурного развития и дороги к новой детской поликлинике. На всех этих объектах сегодня работы не ведутся. Но, как рассказал Леонид Бородулин, есть шанс, что ситуация может измениться. Прорабатывается вопрос расторжения договора с ТСК. Предварительно есть соглашение о том, что будем расторгаться и сюда заводить нового подрядчика на завершение работ. Тот объем работ, который остался здесь в школе, подделки, он, в общем-то, не пугает, особенно при должной организации и наличии необходимого количества людей на строительном объекте, его можно завершить, как мы и планировали, ко второй четверти учебного года, вот, 22-го. По словам Леонида Бородулина, 30 июля заканчивается срок проведения работ по строительству 11-й школы, а значит, у заказчика управления капитального строительства появляется возможность в одностороннем порядке направить подрядчику уведомление о расторжении договора. Через 7 дней договор будет считаться расторгнутым. Если к этому времени подвести все необходимые процедуры по согласованию единственного поставщика услуг через процедуру, которая сейчас предусмотрена внесенным изменением 46-м постановлением 44-е ФЗ, то мы при хорошем течении обстоятельств можем уже в июле выйти сюда с новым подрядчиком. Потенциальный новый подрядчик уже есть. На следующей неделе он должен приехать в город, чтобы оценить объем оставшихся работ. Что же касается дальнейшего финансирования строительства, то здесь тоже наметились определенные решения. Когда мы вели переговоры, и подрядчик что говорил? Если мы будем расторгаться, если вот у нас не решается эта проблема, я вот объем работ, которые мы выполнили, я их сдаю, вы принимаете, и я верну оставшиеся деньги. Я, конечно, могу сомневаться в этом, но это было заявлено. Впрочем, депутаты оптимистичных прогнозов администрации не разделяют. На большой площади здания даже не начата чистовая отделка. Нет потолков, нет стяжки. Не везде закончены работы по установке вентиляции и утепления. Исходя из увиденного, это излишне оптимистичный прогноз. Из того, что вот как посмотрели, да, действительно, это очень важно было приехать на этот объект, посмотреть внутреннее состояние, да, понятно, снаружи вроде бы благоустройства нет, но в целом конструкции в здании. Внутри, на самом деле, очень большой объем работы, связанный именно с отделкой, причем даже в основном, будем говорить, с черновой. Также в рамках выездного заседания депутаты посетили стройку будущего Центра культурного развития. Там работы тоже остановлены и решается вопрос о возможной смене подрядчика. По словам Леонида Бородулина, сменить подрядчика можно будет также в особом порядке. Вероятность завершить строительство в этом году очень маленькая. В администрации надеются, что до зимы удастся хотя бы закрыть контур здания. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.